Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Рим» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, я бы какие-то чудеса еще построить. Так а что, союз-то не вылез, что ли? Сейчас нет. Ничего нету. Но сейчас союз мне вылетел, но я отказался, естественно. Не, нет ничего. Здесь я развлекательный район построю. Это вот эти две клетки я добавлю. Здесь тоже лесопилку. Чиниться. Англия, давай ты Махенджидара не будешь перебивать. Ну, можно анкорбат. Во-первых, я его засюзеренил еще давно, а во-вторых, это единственная ГГшка, которую я отправляю. Ты его не мог первым засюзеренить хоть как. Ты понимаешь? Чё-чё? Он сюзерен у меня, наверное, не знаю, под 20-30. Ты чё мне рассказываешь? Я отправил туда, потому что там не было ни одного посла. У меня в смысле, было в Махенджидара три посла, хоть сейчас посмотри. Специально отправлял, чтобы ставить города. Ты просто сейчас взял и сюзеренил город и руинишь мне сейчас игру. Я сюзереню его уже, наверное, ходов 5-10. Ну, ты слепой человек, давно. Получается. Нельзя, а почему вот стало в Циви модно обсуждать, кто первый кого засуизерил? Какая разница? Типа, я раньше, поэтому теперь это мой город или что? Ну да, получается. Не, ну это элемент торгера. Ну, как он может вообще... Вот меня подобный аргумент вообще никак не... Меня бежают аргументы, будешь союзить ГГшку, я тебя убью, например. Или там договориться, что никто ничей не союзник, а одинаково. Если он там между вами находится. Не, он чисто на моей... Потому что если там очень офигительные бонусы за сюзеренство, то... Тут получается, что оба закидывают послов, один становится сюзереном, другой просто приходит, убивает эту ГГшку. Получается, ни тот, ни другой ничего не получает. И послов только кучу теряют. А вот это я первый, я второй. Я вот сейчас пятым найду эту ГГшку и засюзереню ее. Что будете делать? Говоришь, что ты не прав. Правильно. Ну будет иметь там 5 раз больше послов. Сносить тебя пойдем. Всем миром. Вроде как бы заселяться надо, но надо и... То есть у меня как бы куча городов сейчас для развития пока. Они нормальные. А дальше что делать будем? Ты что делать будешь? Мир исследует. Кует, кудрилема. Я, в принципе, уже это, потихоньку апаю. Не тот я юнит все-таки, видимо, присоединил. У меня хороский маяк, мне надо, по сути, приходит на тебя. 4, если надо, могу к тебе там попасть. Или сразу на него идти. Ну ты можешь приплыть сюда и флот ему убить. Так, этот у нас для мастерской тут оставлен. 4 квадрильемы, 1 каравелла. Здесь можно вырубить джунгли. Не джунгли, болото. Знаете, я на автомат поставлю этого разведчика. Ну он следующим ходом, наверное, сожжет Варшаву. Ну, есть стремя, и... дипломатическая служба, военную еще тактику ускорили. Будем что-нибудь тут менять.
Или не ничего. Очень чуть уверен. Ну, торговые пути к Северину. У меня нету ни с кем союзника. Вот проблема. Я даже никого не открыл до сих пор. Что там, союзы-то открыл? Я хотел этого инженера, я может попробовать семь ходов. Как только я открыл. Ну давай военный тогда. Да-да, давай отправлю. Ладно, надо рабочих еще покупать пока. Чё, дружбу, может, примешь? Торговые пути к любому городу и государству, плюс две культуры, плюс одно золото за каждый специализированный район в исходном пункте. У меня уже караваны могут кучу культуры начинать давать. Всё, городам, ехал. Государствам. Где ж там еще, кстати, военные деньги дают, когда ты захватываешь город на чужом пути? Да. Караваны в ГГшки отправлять. То есть 7 караванов это в 2 раза больше культуры, чем у меня есть сейчас. Просто на ровном месте. Ну, хотя бы выйду из тебя. Ну, это тоже хорошо. Я бы не торопился на самом деле. Почему? Ну, сражения на воде такие непредсказуемые. Я просто не представляю, что там за армия англичанина. Она, кстати, на море же не действует этот бонус с континентами. Нет, не действует. Ну, такое, короче. Я должен был с рабочим прийти. Вырубить этот лес. Промышленная зона плюс 4. А эти бани пока построю. Леша, ты можешь меня освободить приплыть? Не понял, ко мне было обращение? Да. У кого-то есть флот еще? Я тут сижу, перевариваю города голландца, чтобы еще кого-то захватывать. Там же англичанин плывет тебя освобождать, нет? Он что-то не было. С
Слушай, это, если ты вармунгер, не значит, что остальные такие. Да-да, я голландца мирно забирал абсолютно. То есть просто как друга. Не, ну ладно, вы он был жертвой, голландец сам из-за лагеря обиделся. Не, ну голландец по-хорошему как-то рановато, конечно. Ну, я бы на него в любом случае нападал. Но мне кажется, что ему стоило больше города. Он просто три города поставил, и все, ему этого явно не хватило. Три города явно мало, сам знаю. Так. Перехода. Кстати, я еще, может быть, даже... Нет. Это я сейчас получил за плюс 3 к счету эпохи. Вот за эту промышленную зону я еще плюс 3 получу. Это будет 74, а мне 75 надо. Может, как-то инженера этого... Хотите факт интересный? После сжигания города, если он был поставлен на ресурс, ресурс тоже попадает. Серьезно? Ну да. Я Варшаву на шоколад ставил, сейчас там ничего нет. А у меня нарисован шоколад. Там не шоколад. Да. У меня шоколад не нарисован. Интересный факт. Если уничтожают город, который ты ставил на ресурс, то он не показывается тому, кто его ставил. Сложная система. Подожди, там вот рядом рыба и через клетку шоколад. Там рядом еще одна шоколадка была где-то. Две шоколадки там были через клетку. Есть еще там шоколад на реке стоит. Но тот был именно на реке, где была Варшава. Да, там же стоит. Неисповедимый. Баги целы. Индустриализация, литье и астрономия ускорены. Банковское дело открывается, потом будет картография. Давайте так, банковское дело, ну, потом картография пускай, а вот здесь надо... Да, даже не знаю, надо ли массовое производство, ладно. Блин, походу, в этот раз я все-таки не выйду. Я торговца я сейчас возьму. Сколько? 4 хода и еще 6 очков. Слушайте. Вот за этот район я 3 очка получу. Может быть, все не так уж плохо. Встать пока.
Ладно. Где аж два адмирала. Много, не мало. Хотя вроде одинаково у нас с тобой. Очков иликс людей. Мне нужен развлекательный комплекс здесь. Не хватает. А ты как травелом собираешься мои города брать? Счастья не хватает. Вот здесь чеченица. Вообще Амстердам на самом деле классный город для в будущем. То есть здесь чеченица будет где-то. Это производство от джунглей немерено. Бани завершены. Ждем промышленное. Следующим ходом вырублю тут лес. Амбар. О, пирамиды. Это я. Четыре хода, а вот вам, наверное, и... Я сейчас вырублю, тем более, лес, а не быстрее. Вот, кажется, и золотой век все-таки. Тринадцать. Десять и три. 17. Но я уже андетку постепенно по науке догоняю, я думаю. Тадж-Махал можно будет построить. Менять Анций. Не, ну я же решил, что в Вавилон у меня все. Пойдем. Хочу в каравеллу лапнуть. Из всех городов вообще, из армы, наверное, еще не бегает или бегает. Из армы не бегает. И, возможно, из армы отправить в Вавилон. Возможно. Да, но он меньше дает тогда. Это зависит от того, сколько районов построено. Поэтому из Анция давайте в Кумаси все-таки в данном случае отправим. Литры это уйдет, да. Один ход. Торговец готов. Чеченица нет. Тадж-Махал нет. Шпион, строитель нет. Давайте. Банк.
Блин, Донес, а зачем ты леса вырубаешь, учитывая, что все нету холмов, вместо того, чтобы поставить там лесопилки? Кто кому? Тарап, Индонезия спрашивает. Да, не знаю даже, что тебе ответить. Прямо скажем, у Аравии развитие просто не задалось, будем честны. Оборот. А? У него-то как раз все нормально. У Индонезии развитие не задалось. Я про араба разве сказал? Да, ты сказал у араба. У араба-то все за... отлично. У араба как раз все задалось, да. Вы там встретились, да, видимо, да, вдвоем. У нас, короче, пролив между двумя островами в две клетки. А по культуре и по науке последний Кри, да? Угу. Просто я так смотрю, у него и горы, и холмы, и ГГшки, блин, у меня куча равнин, блин, остров меньше размером, и всего три города, ну классно. На даже самом нет... деле, там у меня на севере острова, там нет вообще холмов. Ну даже если бы я к тебе там пошел селиться, мне плыть до тебя тут ходов 10-12 лет. Все, я буду в золотой век. Отлично. Я выхожу в золотой век. А тут промышленная зона 6. 6, ребята. Блин, еще одну клетку где-то могу. О, все, я уже точно выхожу. О, тут руинки, блин. Ура, встретил хоть кого-то. О, андетка. Привет, фиолетовый. А где встретились? А, вон там у меня великий, великий художник плавает. Где именно? Там твой легионер стоит на холме у тебя на побережье. А, это я только что лагерь забрал там. Так, ну что, какую клетку? Может этого... эти бананы тогда? Предложение? Прям уже торговать сразу, да? Сразу. Ты наконец-то вышел из изоляции. Так та же фигня. Ну ты сам себя изолировал от других, зачем ты голландца снес? Ну так бы мы были в изоляции вдвоем с голландцем. Вдвоем мы тоже. Вдвоем не так одиноко. Полегче стало. В смысле? Ну, в смысле, а что там пирамиды дают? Типа. Ну, Варшаву сжег и уплыл. Больше. А у меня так вот они нет. В этом городе. Нет, не воюю. Все строители могут сделать. Ага, все строители. Но. Ну, то есть у меня сейчас вот этот нет, строитель 7. Нет. Да? Да, вообще вот 7 действий. Я тут сейчас все себе пообрабатываю нафиг. Ему не до этого. Его Окленд берет. Давайте я лучше в Роттердаме пока кампус начну строить. Он вообще, я не знаю, спамит, блин. Невероятно. 6 коней! Замириться ты с ним не можешь. Это остатки. 6 коней. Так, банки... Не, мириться с ГГшкой нельзя, если воюешь с Сюзереном. Ну, а, почему? Сюзерен Окленда? Подождите, там да. Уже этот баг, этот уже баг починили, по-моему.
Почему нельзя мириться с ГГ? Её можно перекупить. Cannot make peace. Нельзя просто заключить мир с ней, но можно ее перекупить. Ну, перекупить, в смысле... Да, а, я понял, ты... это ты имеешь, что не правила такие, а что по механике игры невозможно замириться. Все, я понял. Да-да-да. А, блин, присоединила эту клетку. Ну, блин, какую мне теперь клетку добавить? Какая мне тут клетка вообще нужна? Может пойти вот эти пустынные клетки? А Петру кто-то построил, интересно? Нет. Петру могу тут построить. Да. Обидно. Блин, чеченицу. Ну, тут я никак не мог раньше ее сделать. Посвящение. Плюс 50. При населении 10. Плюс 50 за соседство района 3. Кстати, а что там у Ани, детки? 140. Араб, плыви отсюда, хорошему. Беспокойся, это всего лишь великий писатель. Я разрисую твои стены и уплыву. Ага, ага. Там армия у тебя там в геометрической прогрессии растет, хватит, остановись. Я уже понял, что мне недолго осталось. Каравелл — это корабль Средневековья? Да. Чё, ну, странно. Поляк, кинь мне 5 этих, 5 золота. Может даже 3. Получше 4. Так, когда у меня там... религия? Странно. А с астрономией галеры уже можно по океану плавать? Да. С астрономией можно всем чем угодно по океану плавать. Хм. Я думал, типа, это... все равно даже с астрономией нельзя будет плавать галерой. Не знал. Ты ошибся. Эх, пойду повешусь, я ошибся, я не знал. Ну что, фермы на оставшихся местах организовать. Великих людей, культуру. Очевидно, что культуру. Он дает золото. Ну, через два хода можно будет еще 3 посла в Маскат, чтобы банки тоже давали золото. Инженер, писатель. Химера, ты мне религию свою не принесешь? Развлекательный комплекс. Химер, кстати, вам развлекатель... Ну, блин, сейчас поменяются уже задания в новой эре. Он напал один раз, и он вармонгер до конца игры. Это вот так работает. А как еще? Он вармургер, он нападал. Вот все время, как он напал, он еще ни разу не отступал, пока я сейчас ударить не начал ответ. Ван морнинг. Гуд морнинг. Ну что брать? Международные торговые пути. А мне некуда их отправлять. Слушайте, а торговые пути в города-государства международными считаются или нет? Да.
Да, ну плюс 3 за... Ну у них все равно свой ну, да. Строит. У Кумаси как раз. Блин. Ну вот это с ГГшками торговать вот этим вот. Потому что у них всего лишь один район всегда, один. Это мы монументальный берем. А вот новые задания пошли, видите. Писатель, инженер, развлекательный комплекс, мушкетеры. Эх, похоже, блин, слабый историк. Хреновый инженер. Ну, потому что стены, нафига мне стены? Даже интересно посмотреть, Маската. Что там происходит-то. Пока ничего, писатель, мушкетеры. Ну так о чем там паникерство впадает? А вот и Карфаген. Он уже предвидел свой скорый исход. Слушай, раб. Слушай. А у тебя там будет об кого поубивать мучников? Я рабочих строил. Иди араба захватывай с его рабочими. Да тут. Да араб захватит. Кого угодно захватит. Да, у него 118 науки, у меня 29. Ну вот, поправишь свои эти дела. У Рима 121 науки. А у Рима вот это вот. Тебя обвиняют, что у тебя много науки. Что ты сразу на меня стрелки переводишь? Рим, я вообще тут... Меня тут нет. А у Рима еще 123 культуры. А туризма знаешь, у кого больше всех? 42 Маша. Туризма против 9 у моих. Кто сейчас такая культуркой угроза? Победит? Кто сейчас культуркой победит? Ай-яй-яй. А когда у меня туристы? Крия, у тебя 3 города или 4? Секрет. Все, я увидел 4. Вот, видишь, по-хорошему уплыл. Заставил меня армию строить из галер. Так, давайте прокачивать Амани. То есть у тебя теперь тоже флот появился? Галеры появились. На Вавилон. Очень вовремя. 82-й ход. Так а чё, самое время. Строится быстро, дешево, по одному ходу. Потом хоп, прапал и вообще отлично. Блин, а я налажал. С моей наукой. Так, мне надо развлекательный комплекс в Ареции, надо, чтобы он вырос. А он что-то мне ни хрена не растет. 10 ходов. Пилок он бить будешь, а то он моих торговцев это... меняет. Надо вот тут для ты него фермы организовать. Для Ареции, я имею в виду. Вармонгеры. Он сам пришел. И вырубить я болото, юнитов, чтобы вырос город. Окленда по территории поляков и хавают моих торговцев. Я вообще про них. Вот. Но после того, что сделал ты, употреблять эти слова вообще не стоит. Ты себе карму в 5 раз платишь. В 5? Откуда такие цифры? Где-то в механике игры прописано, да? Ну вот, сакральное знание. Вселенная спустила эту цифру, я вот... Спустила цифру. Куда она его спустила? Экономика ускорена. Через меня передала.
Прямые паруса открыты. Да, апаю без карточек. Ну, мне эту карточку некуда сейчас ставить и ради одного юнита снижать не буду. А вот и границы араба. По-моему, немножко не туда араб идет, ну ладно. Как же много свободного места, Рим? Это все были прошлые города. То есть это места для голландца были. Он тут должен был города ставить. У меня своего места сверху. Ты хочешь, чтобы я вот прям сейчас все заспамил городами тут? А нет, я просто чувствую в Риме очень крупную угрозу. Ну да. Это так. Естественно, пошли стасить Рим. Декларация дружбы. Но только при условии, что ты не будешь тут плавать около моих границ и разведывать территорию. Но я в любом случае буду плавать, разведывать, но в твоей границе. Я сейчас тебе объявлю войну, и ты не будешь ничего плавать, ничего разведывать. А так у нас дружба вот, может быть вот и он союз, истинный, например. Вот он... Так я союз, ну, да, если истинный. Нету твой... Мне узнать союз заключать, если у меня нет твоих городов даже на карте. Лёша, а что ты там скрываешь, что нельзя даже это, вокруг тебя... Все скрываю. Не, почему, индонезийцу я готов показывать, индонезийцу, точнее, там и плаву. А человек только что сказал, что он чувствует угрозу с моей стороны и хочет сейчас все разведать. Говорит, я уверен, что ты теперь угроза для меня, и пошел убил меня такой. Он хочет найти место, куда скинуть ядерку. Тем более. Когда будут ядерки, скорее всего, уже будут спутники. Ну, тоже верно. Так, ну где мне стены еще организовать? Такое ощущение, вы будете открывать спутники, я только открою фрегаты. Подожди, ты еще фрегат не открыл? Ты видел мою науку? Ты мне про фрегаты сказал, у меня еще каравеллы были не открыты. Ой. Я вот, ты вот сказал, я думал, ладно, не. Не, ладно, джонки я открыл, ладно, хорошо. Джонки в культуре. Те же самые фрегаты. Ну, все равно я их открыл. А, это индонезиец, блин, я думал, ты это вот, Кри говорит. В общем, Андетка, если ты следующим ходом плывешь писателям по моим границам дальше, я тебе объявляю войну просто, чтобы не было потом претензий. Давай тогда дружбу заключим. Я не буду. Ну, плыть. При условии, что... То есть ты обещаешь, что ты отплывешь от моих границ, правильно? Вернешься да, к себе. Я отплыву от твоих границ. И, соответственно, тоже касается твоего писателя на моей территории. То есть ты его высаживаешь обратно на море и уезжаешь отсюда. Я не на твоей территории же, я просто на твоем острове. Это мой континент. Это мой... Слушай, отсюда мой город в трех клетках от этого... Ты его, конечно, не видишь, я понимаю, но он в трех клетках. И в двух клетках от твоего писателя два легиона стоят. Поверь мне, твой писатель далеко не убежит. Чувствуется слово настоящего вармлонгера. Вот смотри, я даже тебе покажу. Ты видишь вот теперь... Видишь, легион уже один подошел к тебе? Чтоб просто, чтоб ты поверил, что я тебя не обманываю. А вдруг он тебя на понт берет? Вот только один легион. Больше ничего нет. Ну, как бы, военная мощь моя... Да. Она говорит о другом. У меня тут легионы до четвертого уровня прокачаны на голландцы. Вдруг они дуболомы. Дуболомами голландца взять, это... Это мастерство. Так что, Андетка, мы договорились или нет? Давай. Твои границы отхожу. Хорошо. Кри, а вот этот развлекательный центр достает до четвертого города наверху, который? Не знаю. Я просто переживаю, как хорошо ты расставил район.
Не заметьте, вот эта угроза писателям, это искушение на свободу слова. А, так ты индонезийцы собираешься захватывать, я так понимаю. Ну, видимо, да. Давай, Андетка, двигай второго писателя. Куда ты пошел? Я сказал, от твоей границы отойду. Нет, я тебе сказал, что ты... Так, я понял. Это что ты война. Спустишься обратно, откуда ты пришел. Прикинь, а у него континент наш. Ну, в смысле, точно такой же, да. Ни хрена мне не дали этого юнита. Че, у него все города на Калахарии? Просто я, естественно, не хочу, чтобы он Вавилон увидел. Ну, да, это я странно. Удивлен, что он его до сих пор не видел. Это обидно. Нет, у меня просто уродское положение. У меня ужасный остров. 4 города максимум. Город Уродск. Остров Уродск. Е, 10. Можно будет развлекательный комплекс строить. Так, ну джунгли, наверное, буду вырубать. Хотя, знаете, я бы здесь будет район, тут тоже будет. Если бы мы самоземлились ходу 20 назад, я бы, наверное, напал. Признание Вармонгера. Я просто смотрю, у него в городах 14 защиты армии. Стоп, я построил. Я не строил, потому что... А если бы со мной замирились, я бы к 150-му ходу захватил все столицы на карте. Проверите. Это слова настоящего Вармонгера, да? Это Таллин Крик. Их фраги ойх волен зы тотальный крик. Блин, сохранять город или разрушать, мне кажется, я не удержу вас. Не успею я второй взять. Угу, вот тут так надо разобиться. Или нет? Что? Блин, мне бы еще производственные ГГшки нет, где-нибудь столица. Найти. Ну там где-то в 4-5 клетках. Там район есть уже. Ну? Гавань, да это херня все. Так, я только взял. Гавань — это деньги. Давайте строителя вырублю здесь. Здесь поставлю баню. Ну то есть, почему тут уже джунгли имеет смысл вырубать, кроме кампуса. Город — это лучше, чем его отсутствие, не так ли? Да, да, я его обратно. В следующий раз давайте не будем на континентах играть. Ну это Жоржа очень хотел несколько игр сыграть на континентах, очень его. Как видите, континенты бывают очень странными. Мне уже хватило этих континентов. Они не просто бывают, они, как правило, даже не странные, а стрёмные. Согласен. Архипелаги поэтому лучше всего, мне кажется. Еще хуже. Андетка, а что ты говорил, что ты типа изоляция у тебя была? Ты же у тебя сосед индонезиец. Как минимум ты. Так это сосед, это. У меня вообще никого не было. У тебя был. Никого у меня не было. Это я сам переименовал города под эти, под голландские, как будто. Да-да-да, мы же в Фасе играем, а не 8, как я мог забыл. Ну да. Не, ну на самом деле. Одно дело, когда есть сосед, с которым можно торговать, вот как с тобой, например, хотя вот ты даже дружить не хочешь.
А другое я дело... хочу дружить. Веди поселенца обратно на море. Нет, я сейчас его догоню. Хорошо, веди писателя. Я сейчас догоню его легионом. Если ты следующим ходом дальше идешь, я с тобой уже точно не заключу дружбу. Что ты там скрываешь? Стокгольм? Да я ГГшки скрываю, которые не хочу, чтобы ты видел. Скрывай свою территорию, которую не хочу, чтобы ты видел. Да, там городов даже близко нету. Я тебе сказал, что там город в трех клетках оттуда. То есть дорога, по которой я прибежал, тебе ничего не сказала. Подозреваю, что дорога ГГшки, а ГГшки это, так сказать, честная, так сказать, вещь. Вот, вот Марван Морген настоящий. Спасибо, кстати, что открыл мне Антайливаву. Я предупреждал, детка, я теперь с тобой не буду мириться. Война. Индонезиец, нападем вместе на араба. Слушай. Галерами. У тебя же эти джонки твои классные. Джонки-пшонки. Три штуки мало будет. Индонезиец, ты понимаешь, что тут довольно подлый Рим, который... Не потому, что кто-то угрозы ему создает, а потому что... Ой, я тут бегаю по острову, где нет его городов. Надо офигеть, нападать. Это весь остров в моих городах. Что-то нету моих городов нету. Ты чего, совсем что ли? Он будущее смотрит. Он просто их не видит. Так вот, оно, что у Рима Кумаси. У Рима Антинавариву. Вот оно. Антиварину. Сколько раз ты же неправильно произнес. Блин. Антананариву. О. Антиварину. Сделка. Да, вот здесь еще можно будет построить и нормально будет. Делаем. Ну, пошла жара. Кумаси перекупил. Я офигею, сколько территорий у Рима? А что там происходит у вас? У нас подлый это наизиец решил поддержать Рим. В смысле подлый? Чуваки улетают, а мы тут... Кого я поддерживаю? Ты смог... Что тебе мешало отправиться направо и ставить там города? Да, ты, кстати, индонезиец... А ты знаешь, сколько мне до туда плыть? Я индонезийцу об этом говорил, между прочим. Я ему говорил, что типа иди, ставь там города. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять клеток. Десять клеток плыть всего. Это по океану. Это по океану. А если не по океану, мне придется плыть туда ходов, наверное, 8-10, может даже больше. Поняли, помогите англичанину меня вынести. Это крик о помощи? Да, он меня ковырять сейчас будет. Ложкой. О, три. Ты фрегаты построил? Да я ж сказал, что я лоханулся, не заметил, как фрегаты открылись, я не успел ковырять. Но я руку прислал, так что руку не трогал. Болельщикам будешь города брать? Ну, что-нибудь попробую. Сейчас мне бы один город... Мне надо в столице теперь фигачить это фрегаты. Это я, по-моему, вышел в эту карточку. Ну, я куплю сейчас бомбарду. Да. Надо фрегаты в Риме делать. И в смысле, подлый? Я так и знал, что ты все равно бы через пару ходов бы сам напал. Какая разница? Да, Рим. Все правильно, индонезиец. Да понимаешь, я смотрел на твои города, и нахрена они мне, вот серьезно.
тебя даже единственный более-менее нормальный город — это твоя столица, остальное — это мусор. Чем мне на тебя нападать? Такой же вопрос, нахрен они мне? Очень, очень слова обидные. Я бы после такого точно бы уже воевал до конца. Да, они мусор, я признаю это, они мусор, но у меня выбора не было. У тебя есть выбор, у тебя был выбор, ты мог их просто зарашить и отправиться поселенцам на соседний континент. А я его нашел, хрен знает когда. Я нашел Вавилон сначала, а потом уже остальные земли, к ним прилегающие. Предлагаю тебе мир, и я не буду перекупать твои города. Как ты сейчас с кем разговариваешь? С Римом. Я не буду перекупать твои эти ГГшки, а ты не будешь со мной воевать. А индонезийца ты будешь захватывать? Нет, я не буду его захватывать. Нахрен он мне нужен. Ну и опять же, убираешь своего писателя обратно. Ты не ходишь там. Я настаиваю на этой опции. Этот город, все, вопросов нет, больше ничего не открывает. Знаешь, там что-то интересное. Слушай, я сейчас фрегаты, значит, построю. Раб, я не понимаю, мы не договариваемся так. Все, я уведу сейчас. Так. К индонезийцу отправлять караваны. Так, Рим, твое слово. Ну, хорошо. Я же говорю, если ты понимаешь эти условия, то есть ты не захватываешь Индонезию. Или индонезийец, ты будешь с ним воевать в любом случае. У меня есть выбор. Но он сейчас с тобой готов мир заключать, и там дружбу, и не захват. Ой, я крашнулся. У нас Кхмер отвалился, у него провайдер интернет отключил. И поэтому. Сейчас поздно уже, чтобы найти замену. Слушай, Харецкий, какого фига ты уничтожил мой флот, когда в прошлый раз ты его не убивал? Я его и в прошлый раз убивал. Нет. Я его в прошлый раз убивал, андетка. В прошлый ход я сейчас повторяю точно так же, как я ходил. Может, поэтому и вылет? То есть ты хочешь сказать, что ты спас вот эту трем, куда ты увел ее от Карфагена? Когда ты вылетел, она была жива. Я ее убил самым первым. Я походил к ней и подошел, и ее убил в начале того хода. Так, какая тут карточка у нас? Новые появились. Плюс 30 создания строителей. Да, давайте так. Соседство кампуса или плюс 50% от городов. К выйду. У меня
4 кампуса, да? Соседство. Какие у них соседства? Кампус плюс 2, плюс 4. Смотри предложение. Плюс 6. Ну, это удваивается, это уже удваивается. Человек плюс 3. Плюс 3, плюс 2, плюс 2. И в городах с населением больше 10. Нет, мне кажется, пока еще рано ставить эту карту. Почем? 250, стандартная цена. Ну, у тебя, может, просто лишнее есть? Я смотрю, 3 штуки. А, не 4. О, Криток, у тебя 4-й город на море. У меня все 4 города на море. Были. Я так понимаю, Крит тоже на острове появился. Да, я на маленьком острове появился. Просто, блин, континенты, 3 маленьких острова. У тебя здесь 6 городов, ну, 5-6 городов. Как ты так смотришь? Интересно. Наверху, где у тебя по скалы, короче, ну. У тебя там 2 города вылазило. А столица куда? Эй, тебя в столице. Нет, сорян, да, я... Ну, очень маленький уже. Я решил за ваш счет вырасти. Я тебе говорил, что у Химеры куча свободного места, ты чё не слышишь? Ну он там заселялся. Короче, вместо того, чтобы своим флотом приплыть в пустое место... Его территорию не видишь просто. Чё? Его территорию видишь? А, ну как, я берег его половину... Берег, а я его территорию вижу. Ну что, я да у меня до сих пор вон я планирую. У него столица практически на берегу. Так, Вавилон. Какой тут помощник? А у тебя из Роттердама из Амстердама. Ну а как мне их селиться, если они отвалятся? У меня там столица рядом. Давайте, наверное, из Роттердама отправим. Просто карта неудобная, вот почему. Тадж-Махал построить. Блин, он только рядом с центром и на реке, да? Бани тоже не очень. Ладно, пошли в конюшню, потом в военную академию. Амстердаму, интересно, лучше отдать или Гронингену? Наверное, Гронингену. На этом пока все. Продолжение планируется на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!